Друзья, всем привет. Вот есть у меня один, не, было два, еще один был у меня дромискус, а этот остался. Первый мой приказал долго жить, а этот как-то у меня задержался. И вот растет он у меня в чистой личузе. Поливается он, сейчас покажу я вам как. Увидите, не увидите, но водичка там присутствует. Прям поливается, да? Имеется у него такой стволик. Вот видите, вот ствол. Продали мне его как адромискус шоколадный или как-то. Я нашел со словом шоколад или что-то связано. Адромискус кофе бин. Но у меня почему-то он не похож на него. Может быть, ему не хватает света. Может быть, питания не хватает ему. И сейчас я его хочу достать. Он растет у меня уже, еще раз скажу, больше года в этой личузе. Больше года, точно. И посадить его тоже, смешать со своей личузой. И добавить туда грунта. Так сказать, питание добавить. Видите, там осмокотинки были. Но я не буду сейчас осмокот добавлять. Буду при поливе, как всегда, добавлять там что-нибудь свое. Так, надо куда-то его высыпать. Сейчас, секунду. Что куда высыпать? Да прям на стол. Что у меня стол? У меня стол все равно рабочий. Тряпочкой смел и все. Вот видно новые ростки. Вот он, зелененький такой. Так. Если у кого-то что-то похожее есть, друзья, пишите. Я в адромискусах, так сказать, новичок. Ну и больше не хочу. А что хочу, то там цены не сложишь. Хочется мне виды вот это Марианы, они там, так сказать, не дешевые. А этот я нашел как-то, куда я далеко снимаю, да, ничего не видно. Этот я нашел у нас в городе, и то потом больше нету этого адромискуса, ну, в продаже. Ай, ты где ты, что ты, как ты? Блин, он, его трогать нельзя, он разваливается весь. Короче, как-то так. Хрупкий. Не знаю, вам видно. Сейчас я вот так вот чуть-чуть наклоню. Вас, да? Как говорится, сейчас я вас наклоню. И чуть-чуть выше подниму. Чтобы было вам видно и мне удобно. Мне кажется, они должны потолще быть. Ну, хотя он стоит у меня на свету. Но зато корней воздушных. Миллион. Стоит у меня на свету. Как бы светом не обделен. Ну, сейчас я лечу за эту. Также я вот это выкину. Добавлю в грунт. У меня остался предыдущей пересадки. Я все добавил и с бактериями, и без бактерий. Прямо так вот. Оп, и заодно стол помыл. Так, радость какая-то залетела и уже улетела. Так, у меня тут процесс рабочий, бардак такой небольшой. Сажать будут в такую прозрачную емкость. Что-то подходящего больше я не нашел. Да и я что-то думаю, больше ему и не надо. Так вот выглядит.
Посадка. Так. Тоже будет без дырочек. Так. Поближе. Или не, я, наверное, сейчас по-другому сделаю. Сейчас я вот так вот насыплю. Потом же надо будет присыпать еще своим этим, ну, своей личузой, ну, чтобы грунт не вымывался. Вот это вот я не знаю, как сажать. Что-то тут гниловато. Только зябра вот это. Фу. Ну, видите, вот, ну, я же говорю, прикоснуться к нему нельзя. Отваливается. Ну, ничего. Так, и самое главное вот это посадить. Сейчас. Ну, как свинья тут разытывался. По всему столу. Ну ничего, процесс творческий. Палочки под руками, профессионального инструмента у меня нету, все пальцами да палками. И тут у меня трагедия, куда-то скальпель мой делся, я не могу найти его, надо покупать новые. Лезвия остались, а скальпеля нету, а чисто лезвиями резать я не могу, мне неудобно. И даже строительный ножик, и то маленький у меня, если есть, то он с лезвием, с ручкой, ну неудобно, я не могу просто лезвиями резать. Так, все, посадили. Так, ну все, друзья, посадил. Присыпал домашней личузой. Вот такая вот красота получилась. Будет прозрачный. Будем наблюдать за корешками. Вот такая козябра. Интересная. Да? Ну да, интересно. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Лайки, подписки, комментарии, отписки. Читаем все, отвечаем всем. Без разбору. Так, все. Всем пока-пока.